Девчонки, а чё рыдаете-то? Ты знаешь, вообще сложно это все с Юлвой. Вроде у нас как и будут концерты. 27 марта в Назаров студии играем. 6 апреля выступаем в Live Stars снова. Но я не знаю, что делать дальше. Как публику привлечь? Какие дальше мои действия? Может быть, я что-то не так делаю? На концерте, может, мне без клавиш играть? Ну, без клавиш мне как-то одиноко будет. Я уже привыкла. Хотя, подожди, а чё мне одиноко? Со мной Юлва на сцене будет. Почему мне должно быть одиноко без клавиш? Что мне дальше делать? Что ты мне посоветуешь? Мне это очень интересно. Я тебя услышала. Да. Хороший галстук. Хороший. Блин, что-то не то все. Можно скрипки как на укулеле сыграть и песню спеть. Я работал. Мы тут песни вообще сочиняем новые. Давай с нами репетировать. Репетировать? Нет. Я лучше курс пойду.